Здравствуйте! Нам нужно сложить две дроби – 9,87 и 15,31. Я вам советую нажать на паузу и попробовать выполнить это задание самостоятельно. Полагаю, что вы воспользовались моим советом и нашли сумму этих дробей самостоятельно. Посмотрим, как можно справиться с этим заданием. И вот на что я хотела бы сразу обратить ваше внимание. Некоторые из вас могут подумать: «О, дроби уже записаны в столбик, все правильно, разряд под разрядом, можно сразу и складывать. 7 плюс 1 это 8, 8 плюс 3 это 11, 1 пишем, 1 запоминаем». И если вы сделали именно так, то можете все это зачеркнуть, поскольку это неправильное решение. Посмотрите, десятичные запятые не одна под одной. Если бы вы решили этот пример так, то вы бы прибавили 7 тысячных к 1 сотой, 0 десятых к 5 единицам, а 9 единиц к 1 десятку. Эта единица представляет собой 1 десяток. Вы бы просто-напросто перепутали все разряды. Так что в первую очередь нужно убедиться, что дроби записаны правильно. Они должны быть записаны так, чтобы их запятые находились друг под другом, и соответствующие разряды этих дробей совпадали. Ну что ж, давайте так и сделаем. Итак, 9,87. Теперь второе число. Запятые должны быть строго одна под одну. Это то, с чего нужно начинать сложение десятичных дробей. Теперь записываем 15,31. И это само собой разумеется, поскольку мы складываем два числа. 9 и еще что-то, плюс 15 и еще что-то. В результате мы должны получить 24 и еще что-то. Здесь мы видим то же самое. 9 плюс 15. Мы все правильно сделали. Соответствующие разряды совпадают. Можно приступить и к сложению. Начинаем с низшего, наименьшего разряда. В этом примере это разряд тысячных. Почему именно так? Да потому, что если в результате сложения значений соответствующих разрядов мы получим двузначное число, то цифру справа этого числа мы записываем, а цифру слева запоминаем. Переносим следующий разряд, высший, то есть в больший разряд. Нам нужно эту семерку, 7 тысячных. Семерка находится в разряде тысячных. Прибавить к значению, которое должно быть вот здесь. Но, как видите, здесь ничего нет. Мы можем просто записать 0. А 7 тысячных плюс 0 тысячных равно 7 тысячным. 8 сотых плюс 1 сотая равно 9 сотым. 0 десятых плюс 3 десятых равно 3 десятым. Ставим десятичную запятую. 9 единиц плюс 5 единиц это 14 единиц. 14 единиц – это то же самое, что и 4 единицы и 1 десяток. Значит, единицу мы запоминаем, то есть переносим в следующий разряд. 4 записали, а единицу перенесли в разряд десятков. И 1 десяток плюс 1 десяток равно 2 десяткам. Таким образом, наш ответ – 24,397 тысячных. На этом все. До скорых встреч!